Всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал Any Sky. Сегодня я решила записать очень интересное, на мой взгляд, видео, некий такой тег, который нашла я на просторах YouTube. Не помню девушку, в общем, у кого я увидела этот тег. И называется он «Моя секретная косметичка». Суть тега в том, что я буду вам отвечать на вопросы, да, касательно именно декоративной косметики, называть ее цену и рассказывать что да как, точнее, почему я купила это, почему мне это нравится, почему мне это не нравится. Постаралась, наверное, по одной, максимум две позиции собрать на каждый вопрос, чтобы не было слишком много. Я думаю, не будет сильно затянуто видео, поэтому давайте уже начинать. Первый вопрос – это самый дешевый продукт в моей косметичке на данный момент – это мой любимый. Не то, что самый дешевый, он самый любимый. Это карандаш от Tarte Visage для бровей в оттенке 406. Стоит он до 200 рублей, где-то 170 рублей. Наверное, вот это самое дешевое, что есть у меня. Самое большое разочарование это тональный крем Urban Decay, который стоил 2500 рублей. Я от него избавилась. Мне вообще в последнее время не везет с тоналками. И второй это новая версия, перезапуск Bourjois Healthy Mix. В этой упаковке он совершенно другой. Он вообще другой. У них полностью поменялась формула. И он не дружит с моей кожей. Вот, я всегда брала этот крем несколько лет, наверное, даже подряд. Я его любила. Это был самый любимый тональный крем. Но как только поменяли упаковку, остался только запах. Он неровно лежит на моей коже, он забивается в поры, он сушит ее, несмотря на то, что он увлажняющий. В общем, это катастрофа просто. Поэтому он у меня лежит, подожду до лета, но это разочарование. Так, больше всего тянется рука на данный момент. Ну, наверное, если выбирать один продукт, то это румяна, который я сейчас обожаю, от Benefit Racature. Нет, сегодня у меня другие румяна, думала вот эти. Вот так они выглядят. Этот цвет подойдет не всем, но, не знаю, я его обожаю. Он очень красивый. У меня тут уже ямка, углубление такое есть. Он сатиновый немножко. Имеет приятный запах и такой кирпичный цвет. Очень классный, я его обожаю прям. Так, купила и забыла. У меня здесь два продукта, оба от NYX. Эти продукты просто не на каждый день, поэтому я забываю о них, даже когда они мне нужны. Это тени. Первые тенюшки от NYX в оттеночке 17. Это такие шиммер, не шиммерные, как они вот, как фольга. Это, в общем, такая фольгированные тенюшки. Давайте я им сделаю сводч. Очень красивые. Я, конечно, на лето их обожала вообще. Они очень красивые. Сейчас, наверное, не видно, как они переливаются в жизни, но безумно красивый цвет. Я, видите, их уже восстанавливала, потому что они мне разбитые пришли. И вторые это кремовые. Это самые мои любимые жидкие кремовые тени от NYX, который называется Lingerie, оттенок 07. Но именно этот розовый цвет, он не стойкий и не повседневный. И приходится мне забывать о нем. Точнее, он у меня лежит вот он здесь. Он немножко потемней. Кстати, они уже наполовину у меня закончились, несмотря на это, потому что все-таки я ими пользовалась, но потом я их положила и забыла просто про них, а вот этими я пользовалась, ну, раз пять, наверное, они у меня такие лежат. Так, не могу жить. Без чего я не могу жить? Ну, наверное, я повторюсь, это будет банально, но... Нет, я не повторюсь, у меня есть продукт, без чего я не могу жить, это беспрозрачного геля для бровей, хотела сказать карандаша для бровей, но все-таки часто бывает, что я не оформляю бровь, вообще не крашусь, но оформляю при помощи прозрачного геля. Этот у меня уже от Stellar, вот такой фиксирующий гель, видите, уже мутный, его надо менять, я все не могу себе купить новый гель, вот, потому что нужно идти в магазин, это... Не очень я люблю. Вот, Brow Fix гель. Здесь очень огромный объем, но объем не играет роли вообще, потому что я его скоро выброшу, несмотря на то, что вот столько израсходовала. Гель это must have. Так, продукт моей мечты.
Сейчас вытру свотчи. Продукт моей мечты. Здесь, наверное, несколько продуктов было вообще за всю мою жизнь, которые я бы могла называть. Но вот один из самых-самых – это метеорит. Я их очень долгое время хотела. Несмотря на их классный эффект, еще и потрясающая баночка. Это просто мечта любой девочки, не только моей. Оттенок у меня 0,3 медиум. Безумно красивый, мне нравится, какой здоровый, холеный вид придает и сияние. Также эти метеориты, где нужно, матируют. У меня, кстати, я думала, они никогда в жизни у меня не закончатся, но, девчонки, у меня уже осталось... Ну, вот я не знаю, видно, нет. Вот, это меньше половины уже. Меньше половины осталось просто у меня, потому что реально я их люблю. Так... И запах такой, я к нему привыкла. Сначала мне не нравился этот запах фиалки, я терпеть его не могла. Все писали, запах потрясающий, но сейчас он мне нравится, да. Так, всегда ношу с собой. Вообще ненавижу носить с собой косметику и вообще никуда особо не хожу так надолго, что мне нужно поправлять макияж. А раньше, когда я ходила в офис, то да, я всегда носила пудру, помаду какую-то. Но всегда в моей сумочке сейчас мой любимец. Это бальзам от Clarins, Eclair Minute. Comfort Oil. Масло в оттенке 04 Candy. О нем я уже миллион раз говорила во всех своих видео, поэтому не буду повторяться. Покажу вам удобный спонж-лопатку. Сейчас у меня на губах. И невероятный запах. И этот продукт я куплю еще. Вот и куплю его еще на следующий год, наверное, на зиму. Потому что классно увлажняет. Так, самый дорогой продукт в моей косметичке, наверное, был тональный крем Armani Power Fabric. Сейчас я вам, наверное, вставлю фотографию, но если вдруг забуду, у меня есть в Инстаграме на него целый пост. Это люксовый тональный крем, который я сейчас недавно отдала, потому что, ну, совсем он не подружилась я с ним, как не пробовала. Для сухой кожи этот крем не подходит, я вам не советую. Но для жирной комбинированной он будет просто крутой вообще. Он потрясающий для жирной кожи, но я почитала отзывы, и что-то так мне его захотелось. И сколько раз я обжигалась на люксовых тональных кремах. Наверное, раз в 5 у меня было 5 люксовых тоналок от 2000. И все я их отдала. Вот все отдала, кроме одной. Одна у меня еще лежит, но тоже мое разочарование. Вот. Самый старый продукт – это бронзер от Sephora. Знаете, сколько ему лет? Называется Sandy, кстати, у меня тут уже стерся срок годности, конечно, он давно прошел, но продукт все тот же, поэтому я не выбрасываю. И как память об этом продукте, здесь вот есть уже видно дно, то есть я вот этой частью все пользовалась. Он красивый на лето, сейчас он, наверное, будет рыжить. Запах у него, конечно, не очень классный, здесь было солнышко в центре, уже, наверное, вот чуть-чуть видно. Этот продукт я купила, когда училась на, наверное, третьем курсе. То есть тогда мне было 10 лет этому продукту. Это просто нечто. Но я его до сих пор храню, потому что мне нравится. Во-первых, огромное зеркало, мне нравится этот продукт. И когда я его покупала, он стоил вообще... Ну, тогда Sephora стоил достаточно дорого, потому что только появлялся. Он был еще представлен в сети магазина L'Etoile. Вот, и тогда, будучи студенткой, конечно, этот продукт был для меня чем-то вообще просто потрясающим. Так, последнее приобретение. Последнее приобретение это была помадка от NYX Matte Rouge Velvet. В оттенке 10, который называется Perfect Red. И эту помаду везде на просторах Ютуба, интернета, рекоменда сравнивают с помадой MAC Ruby Woo. И прям по свотчам один в один. Посмотрите, какой потрясающий оттенок. Она очень стойкая. Стоила она 300 рублей мне. Запах, я не могу сказать... Ну, помады от NYX я вообще обожаю. Матовые. Она красная. Она правильно красного оттенка. Она... Не теплая и не холодная, это что-то нечто среднее, но она реально держится, да, она отпечатывается на чашках, на посуде, когда вы едите, но она выдерживает даже обед. Даже обед, камон, девчонки. Это крутая помада, я реально ее советую.
Она очень правильно сходит с губ, она сходит слизистой, но контур остается. Я не использовала ни карандаша, ни кисточки даже. Я спокойно ее нанесла, поправила ватной палочкой, и она мне держалась. Поэтому за 300 рублей и NYX вообще люблю. Пустая трата денег. Пустая трата денег – это хайлайтер от Maybelline. Кто бы что ни говорил, я не любитель кремовых текстур, но повелась на рекламу, купила этот хайлайтер, блин. Не знаю, вот смотрите, сколько продукта. И он у меня лежит сейчас в моей ежедневной, да, косметичке, но я им не пользуюсь. Просто потому что, ну вот он вроде как и хайлайтер, красивый. Ну не знаю, я не очень люблю бренд Maybelline. И вот для меня это пустая трата денег, потому что огромный объем для меня, стоил он рублей 500-600. И как бы вот так. Так, и последний вопрос, наверное, который я буду использовать. Там еще были вопросы какие-то для... Который я решила не брать просто. Крутой продукт, но простая упаковка. Наверное, таких продуктов очень много на рынке, и очень много в моей коллекции, которые бюджетные, но которые очень достойные и готовы соперничать с люксом. Один из таких продуктов это вот такая палетка от Evelyn Cosmetic. Это оттенок у меня 01 Pink Beige. Боюсь, что она сейчас у меня в руках развалится. Это бронзирующая пудра, румяна и хайлайтер. Вот, она уже практически сразу сломалась. А тут продукт крошится, потому что вот чуть-чуть он упадет. Это из-за того, что вот упаковка голимая. Значит, здесь бронзер, который я обожаю, кстати, румяна, которые на мне сегодня, я их часто использую. И хайлайтер, который мне не очень нравится, но который я все-таки использую. Сейчас я вам сделаю сводч. Смотрите, это очень пигментированная палетка. С первого раза она перенеслась как хорошо, даже хайлайтер. Но очень крутая. Вот сделали бы они упаковку. Ну, я понимаю, почему такая упаковка, потому что бренд очень бюджетный, дешевый даже, да. Поэтому, конечно, они не могут сделать упаковку дороже. Но вот я не люблю, когда упаковка, конечно, вот ломается, но я все равно его достаю постоянно, потому что рука тянется к этому продукту. Вот, надеюсь, вам было интересно послушать. Если вам понравился этот тег, подхватывайте его, снимайте, указывайте меня в описании, там где-нибудь внизу. Вот, спасибо за просмотр. Всех целую, пока-пока.